нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная в платье от магазина Юнона. Юнона, ты всегда разная. Театральная 40 и Житомирская 16. Доброе утро, дорогие калининградцы. Меня зовут Леженко Алексей. Я чемпион России по бодибилдингу и фитнесу. Сегодня я проведу вам зарядку с утра, стану вашим, так сказать, тренером. Проведите со мной 5 минут, и вы получите наивысшее удовольствие. Итак, начнем. Ручки на плечи. Делаем сведение к центру и обратно. Поехали. Раз. Локти сводим. Возвращаем в исходное положение. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Этим упражнением мы разогреем весь наш плечевой пояс, плечевые суставы, немножко прогреем руки. Следующее наше упражнение. Ручки на пояс. Делаем из приседа попеременно. Тянемся рукой к солнышку. Начинаем с правой руки. Немножко приседаем и тянемся в левую сторону. Поехали. Раз. Два. Стараемся достать. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Данным упражнением, чем шире мы ставим ноги, тем больше включаются наши попы и ягодицы. Поэтому делайте выбор. Либо ноги, либо ягодицы. Следующее наше упражнение разогреет наше все тело. Мы делаем прыжки наверх и поднимаем ручки над собой. Поехали. Как правило, выполняется оно 1 минуту. Мы покажем 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Этого вполне достаточно, чтобы разогреть ваш организм, дать сил на весь день, взбодрить ваш разум, а также немножко поработало, чтобы ваше сердце. И в целом будьте здоровы. Спасибо за внимание. Всем удачи.